Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Silent Hill 4 The Room. Мы находимся в своей комнате, и здесь все относительно неплохо. Мы попали в мир водной тюрьмы второй раз, и, как я говорил в предыдущей серии, мне там, в принципе, нравится. Потому что там нормально можно жить, и там пока что нас никто страшно не донимает. В отличие от того, что было, скажем, в лесу. Среди прочего, я сейчас еще раз исследую ванну, потому что это единственная комната, которую я не посмотрел в прошлый раз. И здесь у нас все по-прежнему. Как та, наполненная водой комната. Подожди. В которой мы нашли рубашку. Ага. Хорошо. Моя комната на втором этаже, и мне пришлось выпить что-то с этими черными штуками внутри. Я спрятал меч с треугольной ручкой под свою кровать. Этот жирный парень забрал ключ от подвала. В следующий раз я всажу этот треугольный меч в эту свинью и заберу ключ. Так, мне что, меч брать, что ли? Подожди, а получается, меч у нас под кроватью или у того, кто это написал? Судя по всему, не у нас под кроватью, потому что эта рубашка, она не нашего героя. Но посмотреть стоит, мало ли. Нет, здесь все по-прежнему. Да, ничего нет. Эта надпись, если что, она ничего не означает. То есть мы уже подобрали то, что тут было под кроватью. В красном дневнике было написано. Ну, хорошо. Я все не запомню, не забуду этот момент, когда я услышал мяуканье, открыл холодильник и обомлел. Там лежали мяукающие кишки. Это было странно. Так, в общем, у нас там в этой водной тюрьме достаточно много вещей. Поэтому нам, допустим, надо будет убрать вот это, да и вот это тоже. И нужно будет убрать кнут Айлин, потому что там лежит дубинка. Айлин все равно пока в безопасности. Ладно. Так, там лежат патроны, дубинка. И что-то еще лежало, что у меня не поместилось. В принципе, я думаю, нам хватит места. Хорошо. Там ничего не происходит, как обычно. Пойдем обратно. Сейчас мы возвращаемся тем же путем, которым ходили в конце предыдущей серии. Блин, меч надо было взять, я забыл. Знаете, давайте я вернусь. А, вот, кстати говоря, еще одну возьмем. И быстренько мы вернемся по бырику. Так, хорошо. Так, так, так. И вот я здесь. Здесь ничего нового, я надеюсь. Нет, вроде все по-прежнему. Так, святой меч. Ой, сколько у меня клюшек для гольфа. Это пипец. Можно гольф-клуб открывать. Я, правда, не умею им пользоваться, но я думаю, у меня их уже переизбыток. Говорили, что они типа там вот... Я просто помню, что, допустим, в водной тюрьме у нас погиб Эндрю. И если исходить из того, что в мире метро погибла Синтия, и она гонялась за нами потом, во втором посещении, и в мире леса погиб Джаспер, сгорел, и потом он такой, как головешка горящая, обугленная, и гонялся за нами в мире леса, то здесь, я думаю, мы скоро повстречаем Эндрю. Я хочу его прибить. Что с твоей головой? Так, хорошо, весь путь назад проделал. Ой. Какого черта? Это он? Это точно он. О, блин, я что-то аж испугался. Капец, какой ты жуткий. 18-й. Пипец, вот так увидишь такого, да, ночью в подъезде? Ну иди сюда, ну. Все, я думаю, идет ко мне. Я не знаю, жутче этих монстров, по-моему, только Сибито из игры Сирен. Помните такое? Так, ладно, кто-нибудь его увидит?
Это про него, наверное, там говорилось в этой записке писульки. Я думаю, он за нами будет ходить. Где-нибудь мы его пришибем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, твою мать. Понял. Так. Знаете, что меня беспокоит? То, что там постоянно будет сбиваться прицел. Но, в принципе, я думаю, мы его сможем победить с помощью этих 10 патронов. Хотя и было реально жутковато. Что за звуки? Ты откуда взялся тут, мать твою? Что-то мне как-то не по себе стало маленько. Я так понимаю, ближним оружием его будет достаточно проблемно убить. Да блин! Падай ты, скотина. Да нет, никак. Да япона мать, ну вот эти прицеливания, ну как вообще с ними играть-то можно? Я сейчас умру, это будет смешно. Да япона мать, у ворота же, ну. Меч, выбирайся, пожалуйста. Пожалуйста, выберись меч. Офигеть. Просто не работает. Короче, мне сейчас придется вернуться домой, и я не знаю, как я вообще его убивать буду. Я просто не совсем понял, как меч работает. Насколько я понимал, меч работает, когда они уронены. Но когда он уронен, ему вообще плевать. Нужно сходить в свою квартиру и как минимум сохраниться, потому что это бой реально в одни ворота пока идет. Вот появился бы он где-нибудь здесь, здесь бы его взломать без этой группы поддержки было бы... Реально легко. То ли лыжи не едут. Не знаю. А как вообще? Ну, я же применяю просто этот меч. Я не могу его экипировать на себя. Самое интересное. Может мне... Да нет. Блин, там опять растет. Ну ладно, туда нам уже не нужно, поэтому шутки с ними. И он гуляет тут. Ну и пусть себе гуляет. Нам нужно сохранение. Этот товарищ, я чувствую, даст нам еще. А может не сохраняться? Потому что только жизни потеряли. Да нет. Смотри, опять полезла эта дрянь. Ты как таракана, я посмотрю. Тебя чем не выводи, ты все равно проявишься. Так. Пожалуй, знаете, я пока эту дубинку уберу. Потом, когда уже с Айлин буду бегать, я ее возьму. Так, это мы уберем. И что у нас там по аптечкам? Все очень плохо. А, они здесь, они, впрочем. Не, ну реально, насколько я понял, мне нужно его пытаться нанести ему урон, и тогда из него выпадет ключ от генераторной.
Так, что от этих наростов будем избавляться, нет? Я думаю, почему бы нет? Давайте сразу этим займемся. Да, блин, не хочу я палку. Мне бы кто-нибудь объяснил, как вообще пользоваться. Так, последняя свечка получается. Так, хорошо. Пойдемте, знаете, куда? Здесь у меня лучше получалось. Да, блин. Ставишь. Ну, ладно, хорошо, допустим. Сюда мы ставили, по-моему, не помогало. Или помогало? Это тоже маленько непродумано, на мой взгляд. Так, не знаю, куда я ее поставил. Ее вообще, честно говоря, не видно. Но я думаю, сейчас поможет. Кстати, потихоньку... Нет, не помогает. Мы просто потратили свечку в никуда. Она сгорелась аж вот тут. Хорошо, давайте загрузимся. Это меня не устраивает. При таком дефиците такая кривизна нас расстраивает. Поэтому мы не будем вообще тратить свечку. Вот эта вот штука, она самая проблемная, на мой взгляд. Потому что с ней постоянно не поймешь вообще, куда. Куда нужно применить. Ладно, шут с ним. Так, хорошо, мы сохранились. Давайте почитаем описание к нему. Не дает им двигаться, но если его вытащить, призрак освободится. Но я не могу применить его к нему, что самое страшное. Ну, я ни разу не использовал это здесь, как обычно, наверное, делается через попу, как и все в этой игре. При всей моей вообще любви к этой игре, надо признать, что она просто ужасна во многих моментах, геймплейна. Такой кривизны очень редко где можно встретить. Так, ну, не знаю, тут его, что ли, попробовать? Ищет меня скотина. Ну вот опять смотри. Иди сюда. Как только он нас замечает, отступаем. Да блин! Тихо. Может мне серебряную пулю против него применить? Вот сейчас. Нет, блин. Как это все удобно. Это, наверное, самая удобная вещь в мире. Иди сюда. Да иди ты сюда, ну. Я не знаю, если я сейчас опять столько жизни по глупости потрачу, вот из-за того, что все это дико доставляет. Да блин, ты посмотри, ну, никак. Иди сюда. Я по-любому грузиться придется, я просто хочу разобраться, как это делается вообще. Ну? Да ты... Да неужто, наконец-то, что ли? Давай. Вот так, хорошо. Короче... Я думаю, из этой серии придется очень много вырезать. В итоге выяснилось, чтобы его проткнуть, нужно не просто его уронить,
Нужно потратить на него примерно 40 патронов, которые я потратил до пистолета. И я вас поздравляю, теперь у меня патронов тупо нет. Это, на мой взгляд, не очень круто. Но так как я тут все равно ими не пользовался, шут бы с ними. Самое главное, что мы сделали, что хотели. Единственное, но в итоге теперь больше никогда не буду слушать. Да, блин, я не успел остановиться. Теперь я уже как-то не знаю. Устал я после этой битвы, утомился. Теперь я постараюсь избегать призраков всеми возможными способами. Потому что, ну реально, убивать его, это я столько патронов потратил, что... Это даже не смешно. Так, а чё сюда припёрся? Все, у меня голова уже, я не знаю, загружена. Я столько, я думаю, может, я что неправильно делаю. В итоге оказалось, его надо бить, пока он не перестанет даже на наш медальон как-то реагировать. То есть и сам медальон замолкает. Типа хозяин, все стало хорошо. В этот момент можешь достать меч и можешь его разматывать. Хорошо, у нас в принципе теперь есть ключи, можно идти в генераторную. Но я хочу сначала посетить все комнаты в этой винтовой тюрьме. Так, может быть, сразу и вас тоже поломаем. Раз уж у нас поломался все-таки этот медальон, по сути, от него ничего не осталось. Я думаю, на вас хватит. А после этого он кончится. Ну да, как-то так. Вроде исчезли. Я думаю, еще появится, но, по крайней мере, сейчас мне будет поспокойнее. Долбанный Эндрю, ты меня покоцал. Даже не столько он меня покосал, сколько меня покосывают эти отростки, которые из пола торчат. Потому что за ним постоянно надо гоняться, он норовит убежать. Это не очень круто. Так, хорошо, теперь мы... Нет, свечу мы, пожалуй, оставим. С собой мы возьмем дубинку для Элин. Да, в принципе, и все. У нас еще есть аптечки. По-моему, одна еще оставалась. Смешное количество, да? Всего одна аптечка. Поэтому мне нужно проверить тюрьму на предмет всякого такого, всякого нужного. И самое главное, мне сейчас нужно сохраниться. Я, конечно, мог бы это все пройти гораздо чище, но... Блин, сколько времени я на него потратил, это, по-моему, вполне неплохо так получилось. Единственное, меня удивило то, что он жрет столько патронов, это, по-моему, не круто. Его можно было бы, опять же, убить с помощью топора. Но это, я думаю, мы тогда больше потратили бы жизней. Ладно, что сделано, то сделано. Так, это у нас по итогам получается какой этаж? Это первый этаж. Можно подняться еще выше, и на третьем этаже нас ждет Айлин. Давайте начнем. Здесь у нас, допустим, патроны. Уже круто. Да блин, камера. Давайте лучше в эту сторону пойдем, потому что постоянно выходишь из камеры и сюда поворачивается она. Пиявки, аптечки. Хорошо. Да блин. Вас-то я уже сильно не боюсь, после всего, что навидался в этой игре. Это так, брызги. Так, хорошо, еще одна свеча. Здесь, короче, в этих камерах, я так понимаю, нам не придется уже решать головоломку с их поворотом, потому что это все уже сделано. Нам просто можно собрать всякие полезные данные и, кроме того, припасы. Мне надоело, что за мной следят. Поэтому я повешусь им назло. Да блин, вот ну, прицеливание, это просто с другой стороны, вот Homecoming, допустим, да, там очень неплохо сделано именно прицеливание и боевая система, но при этом сама игра именно во многом из-за этого тоже, ну я не говорю, что только из-за этого, там хватает своих... Прицеливаем. Вот это нормально. Нет, я хочу большого страшного монстра убить. Она целится на этих пиявок. Вот это главная пока что проблема.
Особенно, когда у тебя пистолет, в котором три патрона, которые ты очень хочешь потратить туда, куда нужно. В остальном, в принципе, ну, на самом деле, главная проблема, на мой взгляд, это кривизна всего и вся. Бей! Ты встанешь еще? Давай. Не. Вон там еще одна сидит. Или это жук? Не жук. Так, хорошо, тут пока что я ничего не заметил. Тут надпись, похожую написал кто-то из детей. Но это мы уже читали, тут мы были. Ладно, круг почти сделан. Вот он, по сути, сделан. Да. Хорошо, теперь пошли на второй этаж. Добираемся, по сути, доверху, а потом идем в самый низ. Как бы странно это ни звучало. В этих тварюшках они не опасные, но действительно раздражает вот это вот гудение. Напоминает... Так, она вернется. Напоминает комаров. Ненавижу комаров. Не, на самом деле я тихо довольна, потому что я в первый раз убил свою... Да блин. Ой. Охереть, это что было вообще такое? Ебана мать. Не круто. Иди сюда, спускайся, что ли, я не знаю. В следующий раз возьми автомат, а ты слишком медленно стреляешь, на мой взгляд. Уолтер Салливан. Страшнейший говнюк. Так, сюда ты, я надеюсь, не придешь. Иначе это станет совсем не весело. Что-то, говорит, тебе довольно просто жить стало, я смотрю. Как выпустил. Ну. Мне уже не так уютно в этом мире. Давай. Спокойно. Так, где-то что такое еще было? Так, хорошо, тут мы были. Сломано. Я думаю, там еще одна такая же будет. Может, надо было, пока дают возможность, убраться отсюда? Больно уж мне не нравится то, что тут происходит. Да блин! Чё это? Нет, конечно же нет, свеча все перекрывает. Хорошо, у нас уже две свечи. Я написал в штаны. Я должен постирать их, чтобы никто не узнал. Ой, кажется, я только что увидел тень. Я думаю, кто-то увидел меня. Пока что все идет неплохо, но впритык. У нас впритык патронов, впритык аптечек. И вот только чуть-чуть снимешь, сразу же появляется еще. Это, в принципе, успокаивает. Но мне нравится то, что настолько неспокойно все. Давай, иди сюда. Как видите, дети меня обожают. Смотри, еще одну. Да не туда целишься, Генри. Это ко мне.
далеко. Не вставай. Так, тут я был? Тут я был. Нет, тут я не был. Ты посмотри на это дерьмо. Ну ладно. Патроны нормально возместили. По крайней мере, 20 у нас уже есть. Не идет ни в какое сравнение с теми 40, конечно, которые я потратил. Наблюдая за глазком комнаты наблюдения все время. Иногда там... Ладно. Я уверен в этом, потому что я вижу движение тени или слышу его шаги. Хорошо. Сейчас нужно сразу идти на лестницу, потому что Уолтер нас пришитит иначе просто. Хотя, с другой стороны, а мне вот интересно, а как я с Айлин буду тут проходить? Это же смешно будет просто. Так, второй этаж. Здесь я еще не был. Здесь надо быть аккуратным. Хотя бы вот поэтому. Ох, Генри, у тебя согласие головного мозга. Но по-другому не скажешь. Ты же постоянно делаешь все, чтобы нас убили. Генри, Генри. Как он там в Silent Hill Даунпуре, да? Пендлтон. Ты такой Пендлтон. Здесь вот Таунсенд. Такой Таунсенд. Я стоял прямо около наблюдательной комнаты и вопил. Так, а это мы читали. Подожди, это какой этаж? А, это третий этаж, так по сути... Я что-то опять не понимаю, похоже. Я тут всех убил. А где Айлин? Айлин должна быть как раз в этой комнате. Нет? А нет, вон она стоит. Я просто, видимо, опять завтыкал. Хорошо. По крайней мере, можно не волноваться насчет монстров здесь. Что самое смешное, то что у меня нет пистолета. Я не смогу отстреляться. Поэтому, вполне возможно, мы сейчас погибнем. Так. Айлин, душка. Давай. Мне нужно будет провести ее от начала до конца. Это офигеешь. Я не думаю, что это возможно. Сейчас я, скорее всего... Так, знаешь, Айлин, давай-ка ты пока тут оставайся. Я схожу в свою комнату, а потом наберу патронов, аптечек и уже будем пробиваться с боем. Потому что с топором я тут много не навоюю. Да спокойно, психопат. Увидите, что творит? Чё ты делаешь-то, икона, мать? Наркоман натуральный. Так подумать, да, я бы уже мог как раз спуститься в генераторную, но я думаю, что нам туда нужно с Айлин. Это будет очень непросто. Так, ну, вроде как нормально все. Сравнительно. Ну, вроде как, да. Сейчас я пройдусь, просто проверю, мало ли, вдруг где-нибудь что-нибудь опять закоротило. Здесь ничего не фонит. Телевизор нормально. В холодильнике вроде все по-прежнему. Здесь тоже. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии пойдем на войну. Нам нужно будет отбивать Айлин, поэтому я, возможно, даже возьму револьвер. Как думаете, настало его время, нет? Я думаю, нет, в принципе. Я лучше возьму обычный пистолет и кучу патронов к нему. А так, я думаю, мы наверняка отобьемся.
От Уолтера. А с другой стороны, парень какой-то напряженный, как вы видели, стреляет чуть ли не очередями. Так что будет весело. Эта серия, не знаю, сколько по времени получилось, потому что мне придется очень много вырезать. Пока я разобрался, как убивать этого духа, прошло довольно много времени, очень много смертей. Вы этого всего не увидите, потому что я не буду тратить вам нервы. Я лучше потрачу их себе и только себе. А вам, надеюсь, понравилось. По-моему, серия была интересной. Мы все-таки пошли на очередной эксперимент. Убили призрака. Ну, не убили, то есть приколотили его к полу. Он теперь никуда не денется. Это было не очень просто, но зато было очень весело. Хотя временами, конечно, доходило до мата. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.